В июне годовая инфляция в Мурманской области замедлилась до 9,7%. Снижение роста цен в основном связано с расширением предложения отдельных видов услуг. В сфере услуг годовой рост цен тоже замедлился, в основном за счет увеличения предложения на рынке авиаперевозок. А вот на продукты годовой прирост цен ускорился. Производители и поставщики перекладывали возросшие расходы на логистику и оплату труда в цены конечной продукции. Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары снизились. Основной вклад в замедление внесла динамика стоимости отечественных автомобилей. В июне прошлого года они заметно подорожали на фоне ослабления курса рубля и перестройки производственных цепочек. В июне же этого года цены выросли не так сильно.